Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время подвести итоги исследования, благодаря которому я попытался максимально объективно выяснить, как каждый грунт из линейки бренда Декатоп влияет на параметры воды. Я проверил чистоту грунтов и измерил содержание растворенных веществ в воде, в которой образцы находились целый месяц. Измерения проводились 1, 7 и 30 день с помощью ТДС-метра, а также тестов на pH, KH и GH от двух известных производителей, которые зрители выбирали в вопросе. Подробнее о каждом этапе исследования можно посмотреть в предыдущих роликах, а сейчас мы перейдем к подведению итогов. Итак, по итогам проверки на чистоту грунты были разделены на три категории. К абсолютно чистым можно отнести все фракции кварцевого песка Таяк и Мета, а также гальку Женева 10-20 мм, Тигрис 5-10 и лавовые крошки всех фракций. Относительно чистые совсем немного подмутили воду. Это Женева 2-5 мм, Руанок 2-5 мм и все фракции грунта Вуокса. В третью категорию попали грунты, сделавшие мутной воду. В основном это самые мелкие фракции песков – Малави, Пантанал и Танга, а также гравий Каспиан и Супериор. Такие грунты уже стоит промыть перед размещением в аквариуме, однако можно обойтись приемом заливки через пленку или газетку. Таким образом, все мелкие частички останутся в грунте и не испортят воду. Теперь давайте перейдем к результатам тестирования. Сразу хочу отметить несколько обстоятельств. Первое. Тесты на жесткость не фиксируют полное отсутствие в воде растворенных солей. Я буду считать значение 1 равным 0. Второе. По истечении 3 недель израсходованный на тестирование и испарившийся объем воды, это около 40 мл, был возмещен дистиллированной водой из новой канистры. Причем ТДС воды из первой канистры имел значение 13, из второй канистры 7. Сложно сказать, с чем это связано. В дистиллированной воде вообще не должно быть растворенных солей. Третье. Образец Superior 2,5 мм с пометкой Aqua был залит водой из действующего аквариума с цихлидами озера Танганьика. После месяца испытания все значения параметров воды в данном образце продемонстрировали падение. С чем это может быть связано? Очень интересный вопрос. По итогам тестирования можно сделать вывод, что рост ТДС коррелирует с ростом значений общей карбонатной жесткости. ТДС значением до 50 ppm примерно равен 1 градусу общей карбонатной жесткости, а 100 ppm примерно равна 10 градусам жесткости. Однако нельзя исключать влияние на рост значения общей минерализации других веществ. Таким образом, по итогам тестирования грунты можно разделить на три группы. Абсолютно нейтральные, у которых сумма значений общей карбонатной жесткости равна или меньше 2. ТДС у таких грунтов не превышает 40 единиц. В группу относительно нейтральных попали Малави, Матана, всех фракций и Пантанал. Ну и наконец, последняя группа грунтов подняла сумму двух жесткостей более чем на 5 баллов. Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в статье, которая размещена на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на наши странички ВКонтакте и в Инстаграме. Так вы не пропустите результаты наших следующих испытаний. Впереди проверка коряк, камней и листьев. До скорых встреч!